Всем привет! Вы на канале Вольная Тема. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Хочу показать вам содержание бройлера. Единичный случай, который упал на ноги. Упал на ноги где-то, может, месяц ему было, может, меньше. Ну, думали, что хана ему. Ну, он карабкается, держится за жизнь. Кушает хорошо, водичку пьет. Да и в весе прибавляет. Каждые 2 недели взвешиваем. Вес увеличивается. Ему здесь хорошо. Один, спокойно. По голове никто не бегает. Да, Петя? По голове никто не бегает. Отъедается. Чисто на комбикорме. Все остальные мешанку едят. А ему тут хорошо. На вкусняшке живет. Вот у нас здесь ведерки, комбикорм. Я думаю, ему здесь неплохо. Обижаться не на что. Да? Обижаться не на что. Тут вот у нас отсек. Вот этот вот. Огорожен вот сеточкой. Это вот с возраста 2 недели. Мы запускаем сюда курей. Вот дальше он там идет до самого окна. Это мы ему просто место здесь небольшое отделили, чтобы больше. Да ему больше и не нужно. Ему хватает. Он передвигается не очень быстро. Поэтому, чтобы рядышком у него все было. Так что надеемся, с него вырастет полноценная курица. Ну, в принципе, вот, пожалуй, и все. Кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем добра, всем удачи, всем хорошего настроения. Пока.